красиво клубника заморозилась прямо с зелеными хвостиками, все как каменная. То есть и малина какая, выглядит как свежая. Шампанское положить. Всем привет, мои дорогие подписчики, друзья и просто зрители моего канала. Сегодня особенный привет любителям со мной совершать какие-то небольшие путешествия. Небольшие и большие, конечно, тоже, но больших в силу карантина давно не было. И вот мы сегодня в прекрасном городе Каунасе, который находится всего в часе езды от Вильнюса. Мы ни разу с вами здесь не гуляли вместе. К стыду моему признаться, я тоже основательно в этом городе никогда не гуляла. Бывала здесь много раз, проездом, по делам. Однажды мы приезжали с мужем на концерт Андреа Бочелли, но вот чтобы приехать и просто насладиться городом и прогулкой по нему, сейчас это происходит впервые, так что я, можно сказать, такой же первопроходец, как и вы. Я приглашаю вас, у нас прекрасная погода, но ветер дует такой, что, к сожалению, мне пришлось переозвучить видео. Но где это возможно, я буду разговаривать с вами вживую, так сказать, прямо с места событий. Пока мы будем прогуливаться по набережной, давайте я коротко упомяну об истории города. История богатая, уходит аж в 13 век, когда был построен Каунасский замок. Вот тогда и произошло первое упоминание в летописях в 1361 году. В скором времени замок был захвачен, разрушен рыцарями Тевтонского ордена и восстановлен лишь в 15 веке. Все было, и чума, которая здесь бушевала в конце 16-го, начале 17 века, и пожары, которые уничтожили почти весь город после раздела Речи Посполитой. Город вошел в состав Российской империи. Посмотрите, какие бесподобные домики на том берегу. Я прям не могу взгляд оторвать, как игрушечные. Они немного тоскливые, но почему-то это еще больше придает им сказочности. И вот этот дымок. Я сделала столько фотографий, сняла столько видео с этим дымом, но, конечно, камера не передает и близко всего великолепия, увиденного вживую. А это Вильнюсский университет, где учится моя дочь. Ну, только Лера учится в Вильнюсе, а это Каунасский филиал. А вот с той стороны реки мы увидели фуникулер. Сейчас мы перейдем через мост. Я вам обязательно покажу. На тот момент мы еще не знали, работает он или нет. Но он работал и оказался просто волшебным. Старый, 35-го года постройки. И, конечно, в этой в осеннем убранстве просто завораживает. На данный момент город является самым моноэтничным в Литве. Здесь практически 100% проживают литовцы, очень маленький процент других национальностей. Город очень красивый, расположен между реками, в окружении трех холмов. Здесь парки, сады, заповедники. Это все в городе, они занимают большую площадь, больше 8 гектар. И вот он так и есть, да, этот вагончик? Да, он, это все реставрировано. Моторы, там еще редуктор, все внутри есть настоящее, как говорится, 35-го года. Все сохранилось. Даже рельсы то до 35-го года. Швейцарские, кстати. Только трос меняют каждые 2 года. Стеклы это так. Чанак у нас и стеклую, и зря с кого-то, ну, и еще раз, и снова ее
это сделать. Понравилось вам? Очень понравилось. Иди. Спасибо большое. Я получила просто колоссальное наслаждение. Здесь нет ветра, и я наконец-таки могу вам хоть пару слов сказать. Там такой потрясающий вид открывается на город. Я надеюсь, что вам все было слышно, что женщина рассказала. Ну как, сынок? В следующем году Каунас будет культурной столицей Европы. Ой, вид, конечно, потрясающий отсюда. После Первой мировой войны Каунас стал временной столицей Литвы. И этот статус города занимал аж до 1939 года. Вот как раз в это время был первый президент Литвы Антанас Сметона. Помните, не так давно мы были в его семейном имении? Так, коротенько прогуливались там. Каунас, конечно, разросся, его называли маленьким Парижем за его богатую культурную, академическую жизнь, архитектуру и очень распространенную культуру кафе. Каунас имел западный уровень жизни с высокими зарплатами и ничем не отличался в то время от Германии, Италии, Франции. И промышленность была очень развита, и был самый большой город на тот момент в Литве. Ну, кому будет интересно, всю информацию можно найти в интернете и в Википедии, тоже прекрасные такие издержки исторические. Нужно держать равновесие, особенно тщательно, не очень окунуться сейчас. Сейчас поедем домой. Скоро пройдем еще по главной улице, поедем домой, нас там ждет тортик и еще куча всего вкусного с Лерочкиного дня рождения. Признаюсь честно, это греет душу. Очень понравилась ратуша, площадь, здесь такие... с такой особенной атмосферой всякие кафешки, несмотря на то, что большинство уже закрыто, но выглядит бесподобно. Меня покорил этот терракотовый домик. Я не могла отойти от него. Я там и видео сняла, и фотографии сделала. Он просто волшебный. Он ждал. Он каждый год ждет осень, как я сказала. И там находится шоколадница. Все вместе это создает какое-то... Это вот какое-то чудо, чудо момента. Когда все сошлось, и осень, и шоколад, который там подают, или какие-то изделия из шоколада, и этот терракотовый домик просто волшебный. Написано на табло, что в 2022 году Каунас будет культурной столицей Европы. И вот отсчет идет, осталось 111 дней, 4 часа 53 минуты и 36 секунд. Ждут люди события. Так, чуть авария не произошла. Ты будешь ехать, а мы будем бежать за тобой? Да. Я могу на веревочку напрячь. Давай уезжай. Сказала Лера обиженно. Конечно, много прелестных уголков, которым мы не успели уделить достаточно внимания. Но мы обязательно сюда вернемся. И исторические памятники, и Каунасский замок, и 9-й форт. Я очень хочу там побывать. Наверное, тяжелое все-таки место. 9-й форт служил тюрьмой, МВД, НКВД во времена нацистской Германии. Был местом массовых убийств. Сейчас это музей, но я бы хотела побывать, несмотря на то, что... Я в последнее время стараюсь избегать
стараюсь избегать вот таких тяжелых фильмов, тяжелых исторических каких-то книг. Потом такие тяжелые мысли, они так долго крутятся в голове, ты это все пытаешься переосмыслить. Но иногда, конечно, нужно это делать. Смотрите, какой сказочный домик. Пелес, Содос. Такие завитушечки на нем. Мне понравился жилищный комплекс, вот где прям с видом на реку. Здесь, конечно, еще так все, тот берег не облагорожен. Такое все достаточно дико, но думаю, со временем тоже там будет красиво. В городе очень много улиц, которые просто практически непроходимы. Там идет реставрация. Я думаю, что это готовится как раз-таки вот к событию, что Каунас будет культурной столицей Европы в 2022 году. Но ничего страшного. Это все временно, а потом будет такая красота. Стена виноградом увита. Ну так красиво, ну надо же. И вот по пути к машине мы уже прогуливаемся с вами по главной улице Каунаса. Это Аллея Свободы, Лайсвес-аллея. Она почти 2 километра длиной. Широкая, красивая, это пешеходная улица. И в конце ее замыкает, с одной стороны, костел святого Михаила Архангела. А вообще она соединяет две площади, к сожалению, я не помню, как они называются. И представляете, на ней растут 577 деревьев, из них 567 лип. Несколько каштанов и... тоже пару деревьев клёна. А так, представляете, 567 лип. Я представляю, какой здесь аромат стоит весной, летом, когда липа цветет. Прям надо приехать и насладиться этим. Вот эти крохотные машинки ездят, мусор собирают. Симпатичные. Ну, вот такой была сегодня прогулка. По городу мы потихоньку двигаемся к машине. Так уютно, эти огни начинают по осени гореть. Забыл, как называется этот. Вот эти вот пушки, которые дают тепло возле столиков кафе. Все в желтых листьях. А это национальный драматический театр Каунаса. Вот здесь такая экспозиция. Даже фонтаны работают еще. Я благодарю всех за то, что провели этот день с нами, за то, что прогулялись по такому прекрасному месту. Город произвел на меня неизгладимое впечатление.
Вот бывает так, да, что вроде бы час езды ехать, где мы только не были, а вот до Каунаса доехали впервые так основательно. Я думаю, что это не последний раз, уверена просто. И мы собираемся вернуться сюда перед Рождеством, потому что здесь должно быть особенно сказочно красиво. И весной, конечно, потому что хочется посетить эти прекрасные парки городские и прокатиться на другом фуникулёре, который также есть в этом городе. Так что мы вернемся сюда в скором времени, и я обязательно вас возьму с собой. Я желаю всем счастья, до новых встреч на моем канале.